Всем доброе утро. На Улазовске по-прежнему такая вот мрачно-пасмурная погодка. Сыровастенькая. С элементами дождя. Ну, на сей момент дождя нет. Дует легкий ветерок. Ну, не очень комфортно, короче. Но лучше, когда льет просто целый день. Всех с началом трудовой недели. Ну, а мы отправляемся с вами, конечно же, на море. Посмотрим, что там творится. Да, кстати, температура воздуха на 9.28 плюс 5 градусов. Тепла, естественно. Ну вот мы и на море. Море слегка-слегка буянит. Что заметил? Вместо чаек на пляже вороны. Я не знаю, что они с ними сделали. То ли преобразовались. А нет, вот есть парочка чаек. Небо. Грех, конечно, жаловаться, даже дождя-то нету. Но такое, знаете, не очень яркое. Дует ветерок и слегка-слегка прохладно. Ну это так, чтобы почувствовали себя на море слегка. Такая вот обстановочка, даже не знаю, что вам и сказать-то, все практически у нас в последние дни все то же самое. Всем до свидания, а я, может быть, сегодня пойду что-нибудь поснимаю, то лишь дождя нету, а то потом кто его знает, может завтра дождь опять начнется. Всем доброе утро.